качки и не выскочки, волейболисты и волейболисточки пьют из бутылочки на берегу. Всем, кому по волейболу, всем, кто хочет игру, всем, кто на волейболе и не болен. Играют на песке под солнцем и играют в жару, играют на своем поле и не поле. Детка, покажи свой волейбол, покажи мне, что такое аут, покажи фол. Детка, не вы в волейболе, вы сыну же, я тебе скажу. Вот так. У нас в городе запущен проект, это конкурс «Система рейтинг-контроля районных органов молодежного самоуправления». И в рамках этого конкурса мы проводим данный турнир «Спартакиаду». Вот так.